Всем привет, дорогие зрители и подписчики, да прибудет с вами силушка темной стороны. Мы продолжаем проходить четвертую главу Knights of the Fallen Empire Gravestone. Мы нашли этот Gravestone, оказывается, это корабль. Странное название для корабля, могильный камень. Теперь с Ланой мы должны найти некоторые припасы, воду, вот, чтобы члены нашей команды могли покушать, попить водички, подкрепиться, так сказать. Ну, погнали. Так, давайте сразу уколемся усилителями. Хилочку оставим на потом. Так, ближайшее это вот здесь. Погнали. Так, что мы ищем конкретно? Вот так, dilapidated. Dilapidated, прям круто читаю это слово. Не знаю даже, что оно значит, water filter. Что-то там с водными фильтрами надо сделать. Вот. Так, вон оно. Ой-ой-ой, там есть. Отойди от меня. Все, готов. Так, по-прежнему на ветеране. Нужно не забывать об этом. When Darth Maul and I faced Valkorion, we knew right away. He was the Sith Emperor, Lana. I know. When he was struck down, it released ripples through the Force. Everyone who had felt the Sith Emperor's presence in the past, on Zyost, on Yavin 4, we all sensed what had happened. Arkhan invaded soon after, claiming that an Outlander had assassinated his father, the Immortal Emperor. It didn't take long for us to unravel the truth. Which side did Arkhan attack first? Both. Ships from the Eternal Fleet struck at shipyards and rallying points for both sides simultaneously. They favored ambush tactics throughout the war. Zakulan sensor technology has far greater range than our own, and their ships can fly much further on less resources. Only vessels retrofitted with Isotope 5 could manage to outrun them. None could truly compete. Небольшой экскурс в историю только что был. Я сказал, ну, мой персонаж сказал Лане, что как только мы столкнулись с Валкорианом напрямую, мы сразу поняли, что это наш император Ситов. Она сказала, что знает, когда его ударили, когда его поразили, когда его убили, когда я его убил, да. Все, кто его чувствовал, почувствовали его присутствие или типа того. Ну, как он помирал, короче, почувствовали. Вот. После этого сразу же, как только это случилось, только Валкорион был убит, Архан напал на Империю и Республику одновременно, атаковал ключевые позиции, верфи корабельные там с обеих сторон Республики, Империи и так далее. Вот. Его корабли, Лана объясняет, куда более продвинутые, чем республиканские, имперские. Только корабли, летающие на Изотопе 5, могли что-то поделать, как-то сбежать или даже повоевать. Изотоп 5, если вы не помните, это из дополнения Хат Картель. Я проходил его за джедая своего. Там, короче, планетка, на котором этот изотоп добывался. И мы вели войну с Республикой.
чтобы заполучить этот элемент, потому что он был лучше всего, что есть в галактике. Ну, вот такие дела, короче. Лана немножко нам рассказывает, как там что было, как там Аркан напал и так далее. Давайте продолжим. How long did the Republic and the Empire manage to hold out? Within 3 months, the bulk of our naval forces were disabled or eliminated, and the Republic was in the same situation. With naval superiority, Arkan's forces could begin choking off supply lines, trade, any ship travel at all. The Eternal Fleet seemed to be everywhere at once. Coruscant and Dromund Kaas were blockaded by the end of the first year. В течение 3 месяцев, ну, как долго Республика и Империя могли держаться, спросила Сорзу Син, как я назвал своего персонажа. Как долго смогли продержаться? В течение 3 месяцев, короче, флот уже был вне игры. Вот, а как только флотские силы, корабли, там все такое, да, были выведены из игры, Аркан начал блокировать там транспортные поставки и все такое. Дромунд Кас оказался в окружении, ну, то есть в блокаде еще до окончания первого года войны. Вот. Так, такие дела. How did it end? The members of the Dark Council fought Arkan's invasion ruthlessly and lost. The Empire's treaty was ultimately negotiated by the Minister of Logistics. Chancellor Suresh also refused to discuss surrender, but the Republic Senate managed to overrule her. A cadre of senators negotiated their own ceasefire terms. All of those senators have since been disgraced or dismissed. I'm sure you can imagine the likely culprit. What of my power base? Moth Pyron? The silencers? Many of the vessels equipped with the silencers were lost in the initial fighting. The rest disappeared along with the Pyron somewhere in the far outer rim. It is presumed that they were ambushed by the Eternal Fleet, but no wreckage has been found. We must carry on without them. So far, the treaties with Zakul have held. But that will not last forever. Ну, короче, все просто. Ребята сдались, заключили договор. Ну, перед тем, как сдаться, конечно, члены Темного Совета, там, ситы попытались отбиться от Аркана и погибли. Вот, какой-то там министр логистики заключал мирный договор уже. А в Республике Суреш не хотела сдаваться. Губернатор, но совет как бы проголосовал, и все, и они сдались. Такие дела. Так, куда мы идем-то? Нам назад надо. Вот. Пока что мирный договор действует, вот этот вот, который они там заключили с Вечным Троном, но ненадолго. Мы с этим разберемся. А, да, еще спрашивал про Мофа Пайрона. Что с ним? Если вы помните из нашего основного прохождения за Сита, у нас был такой Моф Пайрон, который помог нам победить Санатона, или как там его, одного из боссов. За это он присоединился ко мне и вместе со своим кораблем, Сайленсером. Утихомиривателем, короче. Как я его называл. Вот. Я спросил, куда он делся. Говорит, они исчезли где-то во внешнем кольце. Но обломков не было найден, так что неизвестно, что там с нашим Мофом Пайроном, который мне подчиняется. Так. Search
an alternate site for groundwater. А, окей. Найти другое место для подземных вод. Что-то там. Cell junk. Так, а это что такое? Defense. Endurance. Mastery power. Presence. О, еще presence, кстати, можно немножко прокачивать. По-моему, это помогает компаньонам лучше играть. Правда, не знаю, как именно это помогает. Вы, кстати, заметили, что я немножко изменил персонажа своего? Спрятал темную сторону свою. Немножко поднадоело мне смотреть на ее красное глазище. Из-за того, что она такая злая. Так, стоп, давайте лучше мелочи сначала. Так, нормально. Вроде живой, пока что. За мной, Лана. Так, мы правильно идем? Да, правильно. Блин, вот только надо убивать вот всяких... Птичек, не люблю птичек. Не люблю убивать птичек. Они же ни в чем не виноваты. Или это вообще летучие мыши какие-то? Непонятно. Подходи. Лежать. Так, кстати, попробую сделать Ланну ДДшником. Что будет? Очень любопытно. Памел. Неплохо так урона наносит, ни хрена себе. Weapon damage 10 seconds. Круто. Так, сейчас босс будет, да? Да, босс. О! Ух ты! Блин, боюсь, мы с Ланой его, наверное, не загрызем. У него 139 тысяч здоровья. Лана быстро отлетит. Пусть лучше танкует. Попробуем. Так, Лана, в атаку. Ну, давай, 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 Лана, живи. Вроде нормально пока. Все. Блин, а я боялся. А я боялся чего-то. Можно было и в дамаге ее держать. Тогда бы быстрее просто убили и все. Легендарные навыки забываю использовать. Наследские, точнее, наследственные навыки. Legacy.
туда подняться, а? А, во, понял. Потерялся маленько. Полечим Лану. A freshwater spring. It should be safe for drinking. So the Eternal Fleet overwhelmed both the Republic and the Empire. What was the result? Both sides are forced to pay a heavy tribute to Zakul, mainly raw materials and resources. They're also held under an arms limitation statute. The Empire and the Republic are both breaking it, of course, but they're still incapable of challenging the throne directly. Who rules the Empire now? Darth Asena was the only Dark Council member left standing. All others died or disappeared in the chaos. Without opposition, she declared herself Empress of the Sith. And the Republic? Suresh remains in power, though she no longer holds the title of Chancellor. The Republic has limits to their ruler's terms. But her replacement is a mere puppet. Both sides see this only as an opportunity to eliminate one another at a time of weakness, instead of combining what strength they have. Arkhan does nothing to prevent violence between them, so long as their tribute is paid and no one challenges Zakul's superiority. В общем, Республика и Империя теперь обязаны платить налоги, ну, дань, так сказать, дань Аркану. Вот, и очень большую дань, скажем так, но это все нарушается, само собой. И Республика, и Империя. Так как, кстати, весь совет был выпилен, я так понимаю, выжил только один член Темного Совета, Дарт Асина. Вот, она объявила себя императором. Суреш в отставке, вместо нее какая-то кукла там руководит. Я так понял. Вот. И вместо того, чтобы объединить ресурсы Республики и Империи, они почему-то продолжают между собой воевать. И Аркан в это не вмешивается. Он позволяет сторонам, пока не платят свою дань, мочить друг друга. Ну, понятно, почему он не вмешивается. Ему вообще насрать. Ему наоборот хорошо. I'm surprised Arkhan didn't try to destroy both governments. He obviously had the firepower. I don't think Arkhan feels any desire to actually govern our portion of the galaxy. For now, he sees it as a backwater, useful only for resources. Powerful Zakulan battle stations have been placed in orbit around key worlds to watch for possible uprisings. But there are no ongoing planetary occupations. The ships of the Eternal Fleet simply patrol at random. While the tribute paid to Zakul gradually chokes all economic potential. What about my team? My ship? I have allies looking for them as we speak. With all of the chaos of the last few years, though, it will take time to find them all. For now, we make do with ourselves, Koth, and HK. As long as you're here, there's nothing we can't handle. The feeling's mutual. It truly is a relief to see you again. Is that why you went to so much trouble to rescue me? Before you were captured, you accomplished things no one else dared to attempt. You changed the galaxy more than once, and if things have ever needed to change, now is the time. But there is something else. I've felt it since the moment I found you in Carbonite. There's a power in you, something new. It's elusive, but I know it's there. I think you're right, Lana. I think the Emperor Valkorion is in my mind. What? After he died, there was a storm of energy. I barely even remember being thrown into the carbon freezing chamber. And then, while I was frozen, I saw things. Dreamed about him, about everything that happened while I was gone. It can't be. If he were controlling you, I'd know it.
I certainly saw enough of it on Zyost. I don't think he's trying to control me. Not directly, anyway. He was trying to convince me to work with him. Whatever he's doing, we can be sure that he's always trying to deceive us somehow. I believe in you. And I appreciate your honesty. I'll remain watchful for any influence he might have over you. For the time being, though, we have no choice but to proceed. What about the others? They wouldn't understand. And like you said, we really don't know anything for sure yet. Let's keep the matter between us for now. Какой же длинный был диалог, а? Ура! Повоюем, Аня. Это наш. I have encountered minimal resistance in my patrol. How minimal? Reassurance. Only one sky trooper and three local predators with poor survival instincts. Our position appears to be secure at this time, but I would still advise caution on your return trip, Masters. Короче, поговорили с Ланой по душам, пофлиртовали маленько с ней, и все такое, и рассказали ей, что император у меня в башке сидит. Но он как бы не пытается меня контролировать, он скорее пытается меня в чем-то убедить. Вот, она будет следить за этим, чтобы император там не захватил мое тельце, вот, и так далее. В Одессу мы, короче, нашли все, что нужно, получили. И пришел HK-55. Во время патруля он засек одного скайтрупера и трех каких-то животных. С ними он легко справился, и наша позиция в безопасности. If you've already spotted enemy scouts, more are bound to be coming. Keep patrolling. Reassurance. I will annihilate any potential threat that approaches the gravestone. Если ты уже нашел одного скаута, то другие скоро появятся. Он уничтожит любую угрозу, приближающуюся к гравстоуну, к кораблю. Так, ну вот такие дела. Вот такие дела. Неплохо пообщались с Ланой. Сейчас нам куда надо? Нам нужно вернуться на Грейвстоун. Но, пожалуй, я сделаю это. Хотя, ладно, побежали еще, сбегаем. Прогуляемся немножко. Не-не-не, все-таки завершим серию. Надо записать несколько, так что сейчас начну следующую. Друзьяшки. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Как всегда, ставим лайкосики, комментируем, подписываемся. Ну и там пишите в комментариях, как вам больше нравится смотреть на нормальный внешний вид моего персонажа. Кстати. Как она выглядит, уже забыл. Yes, hide helmet. Вот на такой внешний вид. Или все-таки с темной стороной, вот так вот. Да. Нормально. Ну, пока так оставлю. Пишите в комментариях, как лучше, так или так. Ладушки, друзья, да пребудет с вами силушка. Всем пока.